Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Готовим легко и просто». Сегодня я вам покажу, как можно приготовить повидло из груши на зиму. Оставайтесь с нами. Для грушевого повидла мне необходимо сами груши, сахар, блендер и немного водички. Для начала мне нужно очистить груши от кожи и внутренних семечек. Начинаем. Начинаем очищать нашу грушу. Все, я очистила от кожи и от семечек груши, взвесила, здесь у меня ровно 2 килограмма. Теперь для нашего грушевого повидла мне нужно на 1 килограмм груши 0,5 килограмма сахара. Так как здесь у меня 2 килограмма груши, сахара сюда насыпаю 1 килограмм. Вот у меня мерный стакан. Добавляю сюда же 50 миллилитров водички и ставлю на огонь. 10 минут оно мне должно провариться, чтобы груши размякли. Перемешала сахар. Сейчас закипит. Проварю на сильном огне минут 10. И газ можно будет выключать. Потом нам понадобится блендер. Все, повидло наше я поставила на газ. Варить его надо на среднем огне при медленном кипении примерно около часа. Если хотите погуще, можно варить и погуще. Это уже ваше дело. Поэтому поставили, будем варить. И не забывайте почаще его помешивать, чтобы оно не пригорало ко дну кастрюли. 40 минут прошло, как у меня варится наше повидло из груши. Для меня еще, конечно же, жидковатое. Я думаю, еще проварить его часик точно. Но оно уже вот темнеет, меняет цвет. Аромат стоит очень вкусный. Продолжаем дальше варить. Такое вот, ребята, получилось у нас повидло из груши. Оно вот так вот потемнело. Оно стало густым. Очень-очень вкусное. Вкус такой очень нежный, мягкий, сладкий, ароматный. Очень вкусное повидло получилось. Вышло вот у меня 0,7 баночка и 0,5 баночка. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши новые интересные готовочки. Пока-пока!